Суровой зимой в межсезонье ульяновцам будет тепло. Наша съемочная группа посетила правобережную теплоцентраль. Объект развивается, автоматика постепенно заменяет предыдущее поколение техники. 5 турбин и столько же котлов отремонтированы в этом году. Технический директор поделился хорошими новостями. Предприятие стало более энергосберегающим. КПД парового котла поднялся на несколько процентов. Соответственно, мы будем работать более эффективно, сжигать меньшее количество топлива для выработки того же количества тепловой электрической энергии. Ульяновскую систему теплоснабжения ожидают перемены. С 1 января 2020 года она заработает по-новому. Грядет создание единой организации регулирования и установления цен по методу альтернативной котельной. Использование этой модели положительно скажется на источниках теплосетей. Альтернативные котельные в том числе не оставляет без внимания источники генерации. Если говорить о цифрах, то объем инвестиций в рамках перехода в альтернативную котельную на источниках порядка 3 миллиардов рублей. Артерии теплосетей изношены на 70%. Инвестировать в них жизненно необходимо. Как известно, в нашем городе нередки случаи прорывов теплокоммуникаций. Систему теплоснабжения необходимо модернизировать, чтобы избежать аварий и проблем с отоплением. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.